уроки по безопасности дорожного движения инспекторы ГИБДД проводят регулярно. Вот и 1 ноября в нашем районе стартовала очередная масштабная профилактическая акция. В Одинцовском районе сегодня проходит большая акция «Школа дорожной безопасности» называется. У нас мы не только используем сегодня автобус-тренажер, но и также у нас сегодня проводилась акция «Засветись», также у нас была с родительской общественностью профилактические беседы. Около волейбольного центра остановился на первый взгляд совершенно обычный автобус. Учащиеся детского сада номер 35 неладного не заподозрили и спокойно в него зашли. Первое, что делает строгий инструктор, когда все рассаживаются по местам, накрепко пристегивает каждого ребенка ремнем безопасности к сиденью. Непристегнутым остается только один сидящий впереди манекен по имени Гоша. Затем автоинспекторы напомнили детям о правилах дорожного движения, провели викторину, раздали светоотражающие элементы на одежду и показали мультфильм, где герои-смешарики выясняют, как вести себя на дороге. Вместе со смешариками шутят и смеются юные пассажиры автобуса. И вдруг... как будто начали падать. Водитель остановился, и он испугался. Спинки сиденья резко наклонились вперед, как при внезапной аварии, но с детьми все в порядке. А все потому, что их крепко держали ремни безопасности. А вот единственный непристегнутый пассажир пострадал. Бедолага Гоша оказался на полу. Надо сидеть на своем месте и не двигаться, и не отстегивать ремни безопасности. Надо пристегиваться в машине и в любом транспорте. В этом, по словам специалистов, и заключается обучающий эффект. Дети наглядно убеждаются, как страшно попасть в ДТП и как важно пристегиваться. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».